Для ревности всегда находится причина. Но есть один неписанный закон. Когда не верит женщине мужчина, не верит он не ей, в себя не верит он. Здорово. Очень точно. На сцену вновь выходит Майя Балашова. За что же счастье мне такое? Зачем ты мучаешь меня? Я от любви твоей хочу покоя, но нет тепла мне от того огня. Не надо мне твоих признаний, всегда бессонных и ночных. Не надо. И слез твоих не надо мне, твоих шальных страданий не надо мне, угроз и слез забыть. Так почему же так неотвратимо ты сам мешаешь мне тебя любить? Мое терпение вековое от русских жен, что всех добрей. Я от любви твоей хочу покоя, но нет покоя. Могла.